Привет, смотри, у нас 8000 значений корней и 3900 самих корней. У этого значения, к этому значению относятся вот эти четыре корня. У нас были вот такие стадии, если помнишь. Вот. А для экспорта этой таблицы в базу данных мне нужно было бы, чтобы не только у корня G было значение Abhibhavi, а и у Jir, не только у корня Gardh было Abhikangshayam, а также у Grdh. Вот. Как это сделать не вручную для этих 8000? Спасибо.